Всем привет, друзья, с вами Малдер, мы продолжаем играть в Call of Duty Black Ops, да. Что ж, у нас тут Резнов сидит на Урале, и вот нас ждет еще один мотоцикл. Разгон, ну-ка поехали, ох, сука, сейчас я вам покажу. Блять, на Урале не ездил, я не знаю даже сколько лет-то. Спокуха, ой-ой-ой-ой. Стреляй, а мне стреляй, а, я могу стрелять, нихера себе. С какого-то ружья. Вот это экшон сразу начался. Поезд. А как мне? А, я тут автомат. Как терминатор просто. Смотри, он перезаряжается. А сколько мне? Не пропустят без боя. Хорошо, хорошо. Отлично. Слушай, это даже, кстати, похоже. Эх, ебать тут рот. Это даже похоже на управление. Настоящее, как на Урале. А как нам пиздануть, интересно, вот этот вертолет? Меня ебошут. Ох ты, вот почти такого бы Урал просто рассыпался бы на гайки и болты. После такого прыжка. У меня патроны-то бесконечные, как я понимаю, да? Пулемет, пулемет. А хули пулемет-то? А, мне надо на него залезть. Нам, точнее, с Резновым. Выкидываем нахуй. Правильно. А я сейчас тем временем вот этот 66-й ебашить буду. Хорошо, что он не перегревается. Вот что, заебись. А где вертолет? Так, это кто? Это мотоциклист? Мотоциклист и вертуха. Все нахуй, подбили вертушку. 66-й пошел нахуй. Неплохо, он еще один, кстати, стоит. Че? Че он там говорит, блядь? Я не слышу ни хера половину. А, поезд, точно. Запрыгивай, как прыгать? Пробел, прыгнуть, вот. Еще себе ты прыгнул, блядь. Там метров, наверное, 6 было, блядь, до него. А Резнов укатил. И это последний раз, когда ты видел Виктора Резнова? Да. После этого мы долго не встречались. Значит, ты сбежал. Тебя принял Джейсон Хадсон из ЦРУ. Как он тебе поверил, зная, что Виктор Резнов помог тебе при побеге? Резнов был мой друг. Он не смог выбраться. Виктор Резнов был коммунистом. Как в ЦРУ узнали, что ты не завербован? Тестировали. Узнали, что я держался, и сейчас удержусь. Правительству нужен Драгович. Ты должен был убить его. Да, еще многих. Я должен был убить многих. Кого? Кого, Мейсон? Кого? Всех, блядь, кого? Грузись ты, ебать. Передача «Код Эхо». Совещание агентства национальной безопасности, приоритет 1. Отправить Алекса Мейсона в Пентагон. 17.00, 10 ноября 1963 года. Тебя вернули на службу и вызвали в Пентагон. Моим новым куратором стал Джейсон Хадсон. Мы на месте. Почему Пентагон? Хадсон не мог мне сказать. У него не было допуска. Сопровождение готово. Приветствуем в Пентагоне. Мы опаздываем. Чайка, блядь. Секретарь Макнамара. Ваша репутация широко известна. Так, к делу. На кон поставлена безопасность страны. У него нет страха, совести, слабостей. Генерал Драгович. Кажется, вы уже встречались. Когда я убью его? Мы рады видеть тебя, Мейсон. VIP.
Он здесь. Мне казалось, что за нами все следили. За мной следили. Тогда никому нельзя было доверять. Иногда даже самому себе. Поэтому-то мы и здесь, Мейсон. Чтобы узнать, можно ли тебе доверять. Лучше вот здесь. Круглосуточно. И так всегда. Мы держали тебя под постоянным наблюдением. Это невозможно. Я был в Пентагоне. Доложите о нас. Пароль, сэр. Допуск Проспера. Известные герои. Я помню. Я все время слышал числа. Никак не мог их выбросить. Известные головы. Лидеры. Допуск Ариэль. Вейпи. Что-то мне... Он ждет. Не давало покоя. Что, Мейсон? Мозговой центр. Я могу, не кривя душой, сказать, что не единожды спасали цивилизацию. Знаю. В этой комнате. Мне казалось, я как будто сплю. Шаг второй. Выйти из тьмы. Шаг третий. Огонь с небес. Ты приближался к своей цели. Все шло как надо. Помню свой первый раз. Дух захватывает, а? Еще нет. Сикаракса. Убежище было построено в 43-м. Используется редко. Спасибо, мистер секретарь. Удачи, Мейсон. Президент. Агент Мейсон. Это честь, господин президент. Так. Коммунисты посягают на наши ценности. Наша свобода, сам наш образ жизни под угрозой. Драгович. Мне сказали, что вы лучший из наших агентов. Самый лучший. Не подведите. Мистер Мейсон, сделайте это. Приказы руководства. Операция «Точка воспламенения». Ударить прямо в сердце их космонавтики, покончить с их баллистическими ракетами. Ударить по группе восхождения, по нацистам-ученым, доставшимся русским после войны. Да, он жаждал их знаний, их сведений. Операция 40 внедрила двойного агента в группу восхождения. Григорий Уивер. Он должен был повредить ракету. Но что-то сорвалось, Мейсон. Эти гребаные числа в моей голове! Как много пиздежа, блядь, в начале серии, а? Смотрите, блядь, уже 10 минут, блядь, ничего не делаем, просто пиздим. Распоряжение президента 8-5, код Зулу. Байконур, СССР. Присутствие Драговича в группе восхождения. Подтверждено. Мейсон, ну, вот сучу там, блядь, не успел прочитать. 17 ноября 63 года. Судя по всему, 7:00 утра. Уивер не отвечает. Выдвигаемся. Проникнуть на космодром. Спи, Мейсон. Блять, как красиво нарисовано. Смотрите, блять. Что у нас за пушки есть? У нас есть пистолет. Барабанный, причем, блять. И что-то такое. Писки назад. Пипец. Запуск вот-вот начнется. Мы на подходе. Прием. Понял. Времени мало, Мейсон. Пошли. Ну так иди, ёпты мать, давай быстрее. Надо на космодром-то проникнуть. Вудс. Вудс. Вудса мы уже воевали в самом начале игры.
Так что где тут, блядь? Вот ракета, космодром Байконур. Вот, сука, вертушка пролетела прям под носом. И? Нет, что-то не так. Слишком высокая активность. Янки 1-3, прием. Янки 1-3, прием. Уивер молчит. Вот, смотри, что там. Пошел отсчет. Это Союз-2. Запуск запланирован через 10 минут после Союза-1. Впереди станция связи. Мейсон, движение на дороге. Разберись. Черт, это Уивер! Его взяли! Ваш коллега не стремится объяснить свое присутствие в комплексе. Кого там еще несет? Сложите оружие, и вам сохранят жизнь. Это Кравченко, заместитель Драговича. Последнее предупреждение. Ничего не попишешь, Мейсон. Уивер все. Я знаю. Ваш выбор. Плохо дело. Сукин сын. Команда Виски, вы на месте? Понял, Эксрей. Виски прикрыл дорогу. Уивер попался. База в повышенной боеготовности. Держите позицию. Мы подходим. Понял. Ладно. Идем. Это Валуев был, блядь. Ну чего тут у нас? УАЗики. Газоны 66-е. Кстати, вот эту миссию я помню. По-моему, тут надо ракету захуячить будет. Вроде бы. Вертолеты, шевелись! Вертолеты. Вертолеты, блядь, следят. А как нам перелезть через трубу? И что это вообще за труба, интересно? Топливо, что ли, подается через нее? Херануть бы его, конечно. Но, думаю, не проканает нам... Блядь! Еще один. За мной, шевелись. А что они тут кружат-то? Нахуя? Можно было просто военных по периметру поставить и все. Только шумят, блядь, больше никакого толка порядок от них. Пошли. Давай, пойдем вперед. Нам нужна форма. Я займусь тем, что на земле, а ты вторым. Давай. А я вторым на земле? Так, тихо. Секунду. Пойдем. А я вторым, да? Ну ты, блядь, будешь что-нибудь делать-то? Так. Форму мы сейчас раздобудем. Мне еще и самому их тащить надо. Давай, понесли. Ты его, блядь, в шею проткнул. Какая там нахуй форма, она вся кровищей, блядь, залита была бы. И что? Спасение Уивера оказалось важнее задания убить Драговича? Уивер был русским, но неплохим. Надеюсь, в Воркуте ты выучил русский, Мейсон. Хорошо бы да, надо спасти Уивера. Во, калаш. С штурмовым прицелом. Не стрелять, маскируйся. Эй, что это за шум? А, чертовы псы. Если чертовы псы будут брехать, пристрелите их и дело с концом. Ладно. Есть. Блин, жалко... Псы Боумен должны быть впереди. Экс-рей, это Виски. Вижу противника. Сейчас разберемся. Шевелись. Жалко без глушака. Так, погоди-ка, Боуман. Что с Уивером? Он попался. Действуем согласно плану. Выбираем момент. Выбираем. 63-й год, говорите, да? Таких УАЗиков еще не делали. В 63-м году. Повышенное давление в отсеке 12А. Будь незаметным. Может остановить? Нет. Вспомогательная система должна сбалансировать любые колебания. Ты уверен? Уверен. Не выходит на связь. Готовность для маневра. Похоже, они нашли тела. Все в норме. Делай то же, что они. Все системы в норме. Впереди станция связи. Все системы в норме. Снайперы занимают позицию на крыше. Под давлением. Пара людей впереди. Ладно, Боумен, Брокс, уберите их.
нас проблема. Со мной. Готов? Зачищай этажи, покуда дело. Открывай, блядь! А, мне надо открывать, что ли? Чё ты, сука, блядь, тут мешаешься-то? Готов, нахуй. Отлично. О-бо-бо, тут их много. Стоять. Стоп. Где-то еще один. Отлично. Ну, хоть, наконец-то началась какая-то хоть движуха. Твою же мать, а. Ой-ой-ой, перезарядка. Есть, готов. Где еще один? Ага. Этому прям в репу херанул. Попал, отлично. Где тут, тут еще? А, это просто искорки от оборудования. Искорки от оборудования. С чем они ходят-то? У них просто 47-е калаши. У нас лучше, у нас с прицелом. Со штурмовым. Угроза устранена. В голову. Эх, блядь, у тебя голова-то из чего? Из титана сделана. Все, что ли? Тут вроде бы нет никого больше. Следующий этаж. Сюда наверх? Наверх. Тут у нас что будет? Тут у нас будет один человечек, всего-то лишь. В спину прям. Эх. Твою мать, блядь, ты чё нахуй, с 3 метров не попал? Чё тут еще есть кто? Внизу никого, может в этой дому, в этой... Блядь, да ну нахуй, я перезаряжался. Так нечестно, дядя. Экс-рей, прием. Давай, Бог. Видим Уивера. Его повели в бункер к югу от станции связи. Юг от станции связи. Это кто? Это Вудс. Юг от станции связи. Где он? Мейсон, иди сюда. Да иду, блядь. Арбалет, разрывные. Ну! Я на лестницу. Арбалет, разрывные. Да ты что, нахуй? Севера, нас прижали. У нас гости. Подорвите машины. Это круто, блядь. Подорвите эти машины. Блядь, там еще одна едет, сука. Ну давай, заряжай, у меня сколько их? У машины, осторожно! Получилось, где еще одна тачка? Уж херан... О, смотри, я прям в него сейчас ебану. Вот они! Я прям по нему попал. А где еще машины? Что-то не видать никого. Пиздых, отлично. Это кто, это не наши? Есть, нахуй. А, еще один, смотри-ка, он еще один стреляет. Стрельба слишком слышна. Уроды возвращаются. Я возьму трос, а ты стреляй. Не тормози, Мейсон. Так что не тормози-то, блядь, я не торможу. Трос он возьмет. А где ты трос-то возьмешь? Слушай, кому они там стреляют? Я понять не могу. Тут нет никого вроде бы. Вивер уже здесь. Подожди, или ты... Кто там? Че? В для изменения масштаба? Ебать тут рот, на. А, надо было трос туда зацепить. Спасите Уивера. Сейчас спасем Уивера. Уивер, правда, там без глаза, блядь, но это не страшно. Будет пиратом. Ему вон скотчем заклеили. Ты справа. Ты слева. Я слева? Ты можешь идти дальше, Уивер. Конечно. Да, конечно, блядь. Без... Сломал систему навигации. Меня раскрыли. Значит, с хитростью все. Теперь план Б. Мы можем отменить запуск. Надо добраться до командного пункта. Ты его спас. Дальше надо было выяснить местоположение группы восхождения и убить. Нет. Я должен был убить Драговича. Нас раскрыли. Снимайте маски. Сюда! Нам надо добраться до этой ракеты, до 100 пудов. И ее надо сбить, блять, по-моему. Кто, по кому там ебошишь, блять? А я попал. Я попадаю, блять. Стоп, надо бежать. Надо бежать нам туда прям. Время-то идет уже. Что за херня? Давай зацепляйся. Время идет. Это до запуска у нас тут совсем чуть. Да ёб твою мать, нам. До запуска совсем чуть-чуть осталось. Бля, какая бойма хорошая, большая. Сука, ты не сдох, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй. Не надо меня пиздить-то. Дайте мне другой автомат какой-нибудь. Что-то говно нахуй не пробивает ни хера никого. Вот они, возле охладителей. Вот они. Граната!
Есть! Так, еще двое, отлично! Кто-то гранатами кидается. Кто-то там он еще ебошит. Сейчас. Эх, нихера себе, сколько вас тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Где? Вон их там целая куча еще. Целая толпа. Хорош меня пиздить-то, блять, мужики. Дай-ка я вот так вот сделаю. Отлично. Граната к бою. Вас понял. Нужен бомб. Угроза устранена. А этот лежа ебашит, ты глянь нахуй. Держись, товарищ. Слева, слева. Перезарядка. Да вот же, блять, вы что, идиоты, блять? Ёбните его нахуй. О, все, без яиц чувак остался. Все, наследников у тебя не будет никогда. Хорошо, бежим. Здесь еще один, отлично, еще один прячется. Слушай, я всех завалил здесь, а? Ты глянь. Каков я шнайпер. Ну чего вы, блядь, бежите или нет? Бегут. Здесь... Мейсон, пробей долбанную стену. Взрывчатку, Эвка. Удерживать причем надо Эвку. Готов. Левой кнопкой мыши подорвите заряд. А там мужик-то, может, уйдет? 20. Не хотите, как хотите. 15 секунд. Кабель мачта. Уничтожим ракету. Любой ценой. Любой ценой, а как? 10. Зажигание 9. Опоздали, она взлетит. Бляха, муха, она взлетит. Подожди, она не может взлететь-то, мы ее сейчас должны ебнуть. Готовься. То, что надо. Промежуточная. Ебаный рот. 2-1. Главное. Старт. Подъем. Ракета пошла. Ракета пошла. Тихо, 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 тихо. Сейчас я пиздану. Это, между прочим, я ее управляю. Твою мать! Лучше испытаний не придумаешь. Чертов план. Черт, быстро в укрытие. Живо к туннелям! Ой-ой-ой-ой-ой. Как, блядь, подожди, присесть надо, ёпта мать. Ой-ой-ой, тут, блядь, всё горит, полыхает. Пиздец, у меня еще причем. Там одни подонки, они не стоят жалости. Надо их прикончить. Как не стоят жалости, блядь? Надо их замочить, чтобы они не мучились просто. Не стоят жалости, блядь. Это несерьёзно. Восхождение попытаются сбежать. Боуман, Брукс, к северному туннелю в обход. Чтобы не вышли через заднюю дверь. Мейсон и Уивер за мной. Что, ты, блядь, не сдох, что ли? Ёб твою мать. Все, двинули. Это еще там двое. Граната, блядь. Не надо гранату кидать, мужики. Слушай, вот какой-нибудь прицельчик будет к этому мелкому автомату. О, граната, блядь. Прицельчик бы какой получше к этому автоматику. И нормальная пушка бы получилась. Сейчас ёбну, правда, наверное. Секунду. Стой, 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 дядя. Я вот это ёбнул? Ёбнул, отлично. Дайте мне калаш какой-нибудь обычный. Блять, он не имеет в виду необычный, а с прицелом. Со штурмовым хотя бы. Так, есть. Еще один там бегает. Тоже сдох. В голову, отлично. Заменить на пистолет-пулемет. Мне не надо. Так, есть, 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 забили. Забили, козлов. Эх, твою мать, ну-ка присядем. Где ты? Вон он. Ого. Все, подбили. Стой, пройду здесь. Есть. Готово. Ну, сука, а почему у них обычно? Хоть бы, блядь, с подствольным гранатометом каким-нибудь дали калаш-то. Ай-яй-яй, меня сейчас ебанут. Попал я, не попал ли? Вот в башку вижу. Или это не башка? Не-не-не, подожди, подожди, я попадаю точно. Стоп, только не гранату, блядь. Так, ученый. А, вот он здесь херачил по мне. А я не пойму. С увеличенным магазином, вот, ну-ка давай заменим. С увеличенным магазином. Это увеличенный магазин, это сколько, блядь? Увеличенный магазин 45, что ли, блядь? Да, 45. 45 пулек, это уже нормально такое. Нормальный магазинчик. Блядь, я нихера не попадаю по ним. Следи за
Разброс, блядь, просто какой-то гигантский, блядь. О, Ленин, блядь. Ты ли это? Точно, блядь. Живее всех живых. Это Вудс там был? Принято. Я по Вудсу ебашил. Перезарядка. Это кто, блядь? Да, Вудс, нахуй. Сука. Так, а этот что тут, блядь, исполняет? Что за трюки, блядь? Сзади кто-то ебошит, блядь. А чё вы, кто не... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вудс, ну ты и дурила, блядь. Ну, Вудс и дурила, блядь. Хоть бы, блядь, ёбнул... Ой-ой-ой. Хоть бы ёбнул, блядь, того чувака, который сзади меня стоял. Открывай ворота-то. Отлично. Тогда нам пора сматываться. Рано. Мы идем за Драговичем. Мы опять его теряем. Вернись, Мейсон. Кравченко успел сбежать от нас. Мы подобрались к самому главному. Драгович был там, верно? Мы обыскали всю базу. Этого ублюдка нигде не было. Мы теряем время. Он бредит. Но потом мы наткнулись на лимузин Драговича. Он был в моих руках. Ты доволен? Нет. Я не готов. Я должен увидеть тело. Драгович, ты убедился, что он мертв? Поверь, этот ублюдок та еще змея. Вот теперь действительно чайка была, а там была американская чайка, блядь. Машина имеется в виду. ГАЗ-13. Ну чего, поехали, что ли, быстрее уже? В Иконуре мы снова потерпели неудачу. Я чувствовал, что Драгович все еще жив. Ты помешался на нем и провел 5 лет, выслеживая его. Он мерещился мне повсюду. Я не мог выбросить его из головы. И других тоже. Мы попусту теряем время. Он голоса. Бредит. Мы накачали Русские. Его таким количеством этой дряни, что он не понимает, я что говорит. Эй, вы кто такие? Что вы от меня хотите? Нам нужны цифры, Мейсон, и больше ничего. Голоса в голове. Голоса зовут меня. После Байконура ты был послан правительством. Вьетнам. Чёртова Кесань. Это в 68-м? Я был в группе морпехов, нас вел Фрэнк Вудс. Цель... Секретная русская база в Лаосе. А твой куратор в ЦРУ, Хадсон, он был в Кесане? Ты его там не помнишь? Хадсон. Мистер Тень. Бессердечный ублюдок. Хадсон. Что, блин, за Хадсон? Хадсон. Передача 4514, код November. Отряду найти доказательства присутствия СССР в Лаосе и Вьетнаме. Поддержка операции осуществляется с авиабазы Кесань. Мейсон, 21 января 68 года. Тут, блядь, как-то больно быстро зачеркивают ту же. Вудс, он здесь. Груз 200 он. Эх, нихера себе, сколько вертолетов. Мейсон! Ну и видок у тебя, Вудс. В джунглях плевать на внешность. Это Вьетнам. Рад тебя видеть. Да, и тебя. Джейсон Хадсон, СРУ. Спасибо, что пришли, сержант. Угу. Я уже проинструктировал Мейсона насчет ситуации. Расскажу вам остальное. Еще в 64-м ЦРУ прекратило контроль над операциями в Юго-Восточной Азии. Передали их военным. Тогда появилась спецгруппа морпехов. Кесань не только база морпехов, но и отправная точка военных операций за границей. В Лаосе и Камбодже. Наши операции — саботаж, дезинформация, разведка и спасение пленных.
В общем, как обычно. Мейсон, сюда! Понесли его! Неси его в бункер, я прикрою! Ну! Хансен упал, а Кесан взяли в кольцо. И все же ты рисковал жизнью ради него, как ради Уивера. Хансен – долбанная ледышка. Но за это я его и ценю. Кесан был обречен, Мейсон. Надо было оставить его. Он не входил сюда. Очевидно, вы не знакомы с Вудсом. Он знал, что им нужна наша помощь. Я жив. Ну что, М16 у нас есть. Погоди, что ты мне, блядь, со звуком не нравится мне? Ну-ка, параметры, игра, звук. Звук. Да не, все нормально, нормально. Как-то в роликах. А, здесь есть громкость роликов, да. В роликах звук потише, что ли, становится? Или мне глючит, мерещится, как обычно. Ну ладно, поехали. Идем, идем. Сколько у меня? 630 пулек. 600... Это кто? Ах ты, узкоглазая тварь, блядь. Они ходят, кстати, с калашами. Они ходят... О, так, 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 есть, готов. Тоже сдохли, отлично. Ох, твою мать! Эвка. А, многократно, многократно надо отбиваться. Я хоть Эвку нажимаю-то на... Сука, есть! Получил свою узкоглазую морду. Ах ты, блядь. Давай, давай. Гранату за... Чеку, что ли, вырвали? Я что-то не просмотрел этот момент. Ладно, идемте дальше. Идемте дальше. Перезарядка, блядь! Да что ж ты, блядь, будешь делать? Да что ты как долго перезаряжаешься-то? Я сейчас ведь кони двину, между прочим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это такое? Блять, это самая херня на гусеницах десантная. Упала. А как мне ее пройти-то? Погоди, погоди, погоди. Куда-то мне надо сюда пройти? А я не могу. Не понял. Как-то обойти надо ее. Так тут вроде обхода-то не было. Следуйте. Я следую. Как мне эту хуйню-то обойти? А, так я, может, лечь могу еще? Как это сделать? Не понял. Господи! А, во, я еще лечь могу, ёпты мать. То есть сначала мы садимся, а теперь ложимся. Вот так вот это работает, охуеть не встать. Да хватит, блядь, строчить-то, я не слышу ни хера, блядь. Во, поехали. Задание выполнено. Где вы, узкоглазые? Эх, нихера себе, сколько... Гранат есть, там? Есть гранаты, лови, блядь! Я хоть попал по кому? Хуя знает. 40 метров, стой, блядь! Стой, сука! Или это наш? Нет, это, наверное, наш, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А вообще до пизды, просто надо идти и все. Дай мне пулемет-то. Использовать. Он перегревается, интересно знать? Вряд ли. Просто еба. А, нет, смотри, перегревается. Бляха, я не могу вот тех вот мочить. Блять, это наш, что ли? Это не наш, это японка, блин, хотел сказать. Вьетнамец. Бросить. Бросить, бросить, бросить. Ну и кривое, блядь, говно, вот этот вот М16, на. Чё, блядь, делать-то, нахуй? Хотя вот так-то вроде нормально стреляет. Ой-ой-ой-ой-ой, контузило, блядь. Стой, я сейчас ёбну.
Фу, блять. Меня сейчас ёбнутые ёбнули. Тут просто замес какой-то нереальный получается. Подожди. Да что ж твою мать там происходит-то? Где вот эта хуйня? Во! Узкоглазые, блядь. Данный транспорт невозможно повредить стрелком. Ох, блядь, у них танки даже есть. Я не хочу с танком-то как бы связываться. А у нас что-нибудь есть как такое, блядь, против... О, ёб твою мать. Вот оно, нахуй. Заменить. Куда ты, блядь, заменить-то? Подожди, подожди. Заменить меня с дробовиком он был. А что у меня счет есть? Пулемет, блядь! Почему я раньше-то его не видел? Мать твою, блядь. Попал? Попал. Попал. Пулемет. Вон еще один танк. Стой, блядь, как менять-то? Вот нам. Давай, заряжай. Есть, нахуй, попадание. Броня пробита. Стой, блядь, там еще один. Уничтожься, подожди, не смотри на меня, придурок, блядь. Эй, попал. Ретрайдер на подходе, 2 минуты, прием. Время вышло. Не, попал точно. Че тут авиация? Наконец-то. Вот это замес, блядь. Вот это нихуя ж себе. Куда следовать-то? Давай, беги, Вудс. Вон пулемет валяется. Черт, они не отступают. Давай! Ну схуяли они отступать-то будут, блядь. 1-7, это Ретрайдер, прием. Доложите свой статус. Контрольная вы точка. Контрольная точка. Ой. Желтолицы и вьетнамцы. Верещат в кустах, как так, тихо, вьетнамец, блять. Там еще двое. Они что-то пиздят там, бля, я вообще ничего не слышу, нахуй. Ни хера не слышу. Звук-то, блять, вроде на речь прибавлен, а один хуй ни пизда не слыхать. Что у нас тут? Как перезаряжается это говно? Ой, блядь, как долго! На этот раз нет минного поля. Давай, нет минного поля, это прекрасно. Что нет минного поля? Цель за бочками! Импровизируй, Мэйсон! Цель за бочками. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все, скосили, блядь. Да ты что, не сдох, что ли? Ты ебал, что ли? Ты где пулеметом, блядь, прошил нас. Пулеметом, сука! Пулемет, блядь, точнее, нахуй, чем М-16, по-моему, блядь. Цель поражена. Ясно. Цель возле бочек. Молодец. Перезарядка. Перезаряд. С гранатометом там был, кстати. О, РПК, что ли? Где? Ну-ка. Блядь, давай, нахуй. О, отлично. Ну это прям в башку. Куда идти-то, блядь? Так, вьетнамец. Куда? 7 метров. Цель за бочками. Цель за бочками? За какими, блядь, бочками? Я понять не могу. Ай-яй-яй-яй. Блядь, граната нахуй. Ёб твою мать. А что делать-то, блядь? Вот, 46 метров. 46 метров. Перезарядить, давай перезаряжай. Задание, захватите высоту. Высота захвачена. Я сейчас ёбну, блядь, пока я тут перезаряжаю, блядь. Давай перезаряжай, что ты, блядь, я тут кручусь, верчусь. Ну. Сдох. Где кто? Хуль вы стоите-то, блядь, мудаки, пошли! Ох, блядь, я не попал по этому.
узкоглазому. Подожди, подожди, подожди. Вон еще один там прыгает. Все, есть. 60 метров. Перезарядка, блядь. Блядь, нахер я перезарядил? Там 30 патронов еще было, блядь. Вот дурацкая, блядь, привычка, а. Стойте, мужики. Так, есть. Готово. Тоже сдохли. Ага. Положили. Кто-то гранату еще хуйнул. Бля, это луч нахуй, ёпты мать. Граната, G, что-то там отбросить, какая-то еще кнопка была. Вот, себе оттуда, блядь, там граната, блядь, валяется. Все уж, наверное, взорвалась, блядь. Куда идти-то нам? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я не пойму, куда идти надо. Вот что. Нам надо сюда. Да что ж ты будешь делать? У меня 40 пулек осталось, между прочим. 40 пулек надо нам поменять. Вот, со штурмовым прицелом. Отлично. Ну, даже сюда его. Со штурмовым прицелом. Отличный выстрел. Готов. А я сдох? Нет, это, наверное, по сюжету так. Контрольная точка. Ну я Вудсу спас. Задание выполнено. Контрольная точка. На сегодня закончим тогда, что? Вот на этом моменте остановимся. Защищайте Кхесань, тесните силы АСВ, захватите высоту. Да, в общем-то, мы практически все сделали. С вами был Малдер, всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.